Львы, приветствую вас, мои дорогие. Давайте посмотрим ваш расклад на декабрь месяц. Первая карта, мои дорогие, туз жезла. Туз жезла показывает, вот именно начало месяца декабря вам нужно, вот знаете, брать жезл в ваших руках, стремиться что-то менять в вашей жизни. Знаете, здесь больше, знаете, говорится о том, что если вы хотите какие-то перемены в вашей жизни, именно начало декабря вам эту возможность дается. Вы сами, вот можно какие-то перемены в вашей жизни делать. Почему? Потому что здесь может быть те моменты, может были те люди, которые бы не хотели, чтобы эти перемены у вас в жизни происходили. Следующая карта на начало месяца — это карта сила. Высшие силы на вашей стороне. Высшие силы, они помогают даже вот в начале месяца, они дают вам эту возможность, вот чтобы вы что-то поменяли в вашей жизни. Чтобы вы оценили вот те моменты, ну, те ситуации, если вы понимаете, что в вашей жизни какие-то перемены, они происходили, вот вы должны понимать, что вот именно декабрь месяц и начало дается вам возможности, чтобы вы сами понимали, что вам приносит счастье, то, что вам приносит, то, что вам не нужно в вашей жизни. Следующая карта на конец месяца, мои дорогие, девятка пентаклей. Не нужно сидеть без действий. Не нужно, вот знаете, у вас будто у вас какие-то страхи. А получится у меня, если я даже начну, а не получится, а поменять мне это или не поменять, вы как будто сидите вот без страха. Ну, в страхах. Но, мои дорогие, вот высшие силы вам дают эту поддержку, и они говорят, нужно вот именно вот какие-то действия уже сделать. Следующая карта, мои дорогие, давайте посмотрим на середину месяца, что вас ожидает. Это карта колесница. Какие-то перемены, начало чего-то нового. Даже то, что вы боретесь, вот именно середина месяца, у вас идут вот именно новые вершины. Вот знаете, вот здесь идет карта колесница, что у вас быстро все, быстро продвигается вперед, быстро меняется. Вот поэтому даже высшие силы, как подсказка, говорят, даже если у вас эта перемена не происходит вот в середине, вот вначале не нужно сидеть вот в этих бездействиях, вам нужно вот идти вперед. Следующая карта, мои дорогие, на середине месяца, рыцарь жезлов. Вы горите изнутри. Но здесь даже то, что вы горите изнутри, вы боретесь, вы не останавливаете. Вы идете вот именно к те моменты, которые вы знаете, даже то, что вам это очень тяжело дается, даже то, что эти перемены очень тяжело дается, вы к этому стремитесь. Следующая карта, мои дорогие, на середине месяца, это карта Солнца. А здесь, знаете, у вас идет продвижение вперед. У вас идет именно, знаете, вот этот успех. Если касается здесь отношений, вот начало вы как бы еще сидели в бездействии и думали, правильно или неправильно, и эти отношения вообще какие-то, ну, вообще какая-то радость будет. Вот именно вот середина вам дается это. Вы, знаете, вы боретесь. Даже то, что вам это как бы удается тяжело, но это у вас идет к лучшему. Здесь может быть даже то, что вот касаться, то, что даже для кого-то рождение детей, может кто-то может забеременеть, и вот именно вот то, что вы до этого боролись, может быть сидели в это бездействии, то, что вы не понимали, получится или не получится, уже в середине у вас как бы этот результат есть. Давайте посмотрим, мои дорогие, что ожидает вас в конец месяца, это шестерка мечей. Но все-таки вот именно в конец, знаете, вы решили приплыть к другим берегам, вот что-то менять. Но какая-то проблема у вас идет за вами. Вам нужно вот именно в конец декабря решить какую-то ситуацию, какую-то проблему из вашей жизни и вот идти уже вперед, знаете, со спокойной души. Мои дорогие, давайте посмотрим, что еще ожидает вас в конец месяца. Тройка мечей. А здесь вот даже я почему говорю, чтобы у вас не было вот именно в конец месяца вот именно это разбитое сердце, именно то, что вы можете узнать какую-то правду, может то, что вы узнаете про какую-то ситуацию, которая вам не будет, ну, приятно. Здесь почему говорится в конец. Чтобы идти и приплыть к другим берегам, вам нужно вот именно решить эту проблему, чтобы у вас после этого не было вот именно вот это состояние разбитое сердце. Давайте посмотрим, мои дорогие, что вам высшие силы подсказывают.
какой совет? Рыцарь мечей, бороться. Бороться за свое место под солнцем, бороться за свою правду, бороться за то, что вы хотите в вашей жизни. Здесь дается такая возможность. Они вас даже в начале месяца поддерживают, но в конец они как бы дают вот эту возможность, чтобы вы понимали, если вы хотите стать счастливыми, для этого нужно бороться. Не нужно, вот знаете, даже убегать от какой-то, а нужно вот эту именно проблему решить, чтобы потом у вас не было вот это разбитое состояние. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале, переходим в Инстаграме, там будут больше постов о Таро.